Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Антон Анисимов, и сегодня у нас будет обзор на мини-фигурки 7-й серии Лего мини-фигурок. Ну и давайте начнем наш обзор. Начнем у нас обзор с Волынчика. Вот он у нас. У него в руках он держит волынку. Вот это достаточно редкий аксессуар, я как могу сказать, потому что кроме серии Лего мини-фигурок и у этой мини-фигурки больше такой волынки нигде не встречается. Вот мы... Вы ее можете видеть, она в клеточку такая у нас. Достаточно интересной формы. Сам носит у нас юбку в клеточку. Также у него берет на голове. И он у нас тоже в клеточку. Ну, по волынчику все. Это перейдем к следующему. Это у нас хиппи. С такими вот желтыми цветочками. Также у него зеленая кофта с каким-то принтом. И длинные волосы. И его общий вид. Следующая мини-фигурка у нас чемпионка по плаванию. У нее есть золотая медаль вот такая из лего. Шапочка также плавательная. Вот она. И вот ее общий вид. Также у нее есть двойное лицо. Чуть не упустил эту деталь. Следующая мини-фигурка у нас рокерша. В руках она держит у нас гитару. Вот она. С такой вот молнией. А также у нее вот волосы такие достаточно интересные. Они у нас розового цвета. И у нее есть принты на теле и на ногах. Следующая мини-фигурка это у нас воин ацтеков. К сожалению, у него не хватает щита, золотого щита и золотого копья. Я их вообще не могу найти, но сама мини-фигурка у меня есть. У него вот такой золотой шлем, достаточно интересной формы, в форме головы птицы. Также у него есть принты на теле и на ногах. Ну и последняя мини-фигурка, это галактический патруль у нас. Вот это такой у нас полицейский, скажем так, галактический, с большим таким ружьем, пушкой бластерной. Также у него есть защита. Это у нас шлем. Вот он. Также наплечники. Вообще тело все защищает. И также у него есть двойное выражение лица. Вот вы можете видеть его без защитного стекла. И у него есть принты на теле и на ногах, как у всех мини-фигурок. Ну, а на этом я свой обзор хочу завершить. Кому понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!